Всем привет! Это канал Yummy Food, и сегодня мы будем готовить очень вкусный пирог с черникой и ежевикой. Для теста нам понадобится мука 400 грамм, масло сливочное 200 грамм, сметана 200 грамм, разрыхлитель 2 чайные ложки, ванильный сахар. Для начинки ежевика, черника, а также крахмал 3 столовые ложки и сахар 120 грамм. Сначала необходимо просеять 400 грамм муки. Добавляем 2 чайные ложки разрыхлителя и 100 грамм перемолотого сахара. Это также может быть сахарная пудра, а также ванильный сахар. Теперь необходимо все перемешать. Добавим 200 грамм растопленного сливочного масла. Оно должно быть остывшим, поэтому лучше растопить заранее. Теперь все перемешаем. Добавляем 200 грамм сметаны и перемешиваем мясо. А затем начинаем месить руками. Слишком долго месить не нужно, не взбиваем тесто мукой. Вот такое тесто должно получиться. Оно достаточно влажное и не прилипает к рукам. Теперь нам нужно поделить тесто на две части в соотношении 1:2. Замотаем тесто в пищевую пленку. Теперь уберем в холодильник на 30 минут и займемся начинкой.
С черники необходимо слить весь лишний сок. Для пирога я использую 150 грамм черники, а также 150 грамм ежевики. К ягодам нужно добавить 120 грамм сахара, а также 3 столовые ложки крахмала. Я использую кукурузный, но также это может быть и картофельный. Перемешаем, и начинка для нашего пирога готова. Достаем большую часть теста из холодильника и распределяем по форме, формируя бортики. Выкладываем нашу начинку на дно пирога. Достаем из холодильника меньшую часть теста и тонко раскатываем. Теперь нарезаем тесто полосочками и выкладываем на пирог. После запекания я покрою пирог шоколадом, и поэтому неровности видно не будет. Отправляем пирог в духовку, разогретую до 180 градусов, на 40-45 минут. Пирог я покрыла растопленным горьким шоколадом, у вас может быть любой. Пирог готовится быстро и не требует лишних усилий, а сочетание сладкого теста и кисло-сладкой начинки не оставит никого равнодушным. Порадуйте себя и своих близких. Приятного аппетита!